пятна, как реагируют. Вот все знаем, да, как они принимали решение по строительству этой дороги, как они классифицировали под это 3 года назад выборы, вот это мы хорошо помним. Теперь, значит, они вырубили наш лес. Мы первую неделю не давали им работать. Вот люди подходили, что нам менты говорили в такой же аппарат. Нам говорили, ваше собрание незаконно, отойдите. И вот, знаете, там других уже, наверное, 10-2 человека забирали. Теперь, все-таки первую неделю мы им работы не дали. Теперь они обнесли эту просеку колючей проволокой и забором. И там, в этом гетто, сидят, работают, уничтожают плодородный слой. Несколько дней назад мы, Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, сюда приехал ночью, весь кипиш был там, все на ушах стояли. Поехали к ментам. Говорим, ребята, там происходят незаконные работы. Нет документов на эти работы. Придите, проверьте документы, мы ничего больше не требуем. Вы же нас уговариваете, что не надо революции? Нет, не говорю революции. Приедьте, посмотрите документы. А я приезжаю, документов нет. Говорят, остановите. Все говорят, да пошли в жопу. Я прошу прощения. Цитат. Менты садятся в машину и уезжают. Мы с депутатом Государственной Думы приезжаем в эту ментовку. Говорим, вы что, обалдели? Вот это нет достаточно. Вы что, дураки, как достаточно? У тебя нет ни одного документа на земляные работы. Ну как достаточно? Паспорта или чего вам достаточно? Земля налетела на небесную ось, и за ночь эти документы не возникли. Я вот такой вывод делаю. Мое оценочное суждение. Я не знаю, как наше собрание, а вот что точно незаконно, это чоп, это колючая проволока, этот забор. Их сегодня здесь быть не должно. Не должно. И тогда здесь остановятся эти фарварские работы. Я лично планирую туда пройти и проконтролировать, чтобы этого забора здесь сегодня не стало. Потому что это наш лес. 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 Ты будешь сейчас говорить об этом? Рано улыбайся, майор. Стояли, ждали этот наряд. Наряд не приезжал. По телефону дежурной части отвечали, что наряд к вам уже приехал, что они уже занимаются, что уже с кем-то разговаривают. Какое право они имеют отсюда что-то делать? Не, ну ты выходи туда, выходи на автобус. Это же киллеры, это же не люди. Обезьяны, идите сюда! Обезьяны домой! Давай, обезьяны! Вот лезли! Ну что, потом уже врага! Здесь нет такого, что это какое-то народное движение. Здесь ощущение, что одна группа против выступает.
Ты меня просто Смотрите, главное, что ЧОП не берет. Еще моего называется. И все, и спасибо, что не берет. Купил, наверное, тоже. Забор ломают, и вот это. Ну, у нас же просто сейчас не сложно. Здесь масса была вариантов, которые они обойти, да? Да, понимаете, дело в том, что они для себя это делают, у них свои интересы, махнуть надо делать. Ну, вот это у нас в России у каждого свой интерес. Другому не умеют, но вот эти вот парни в масках, я тоже не понимаю. Я просто здесь первый раз, я пытаюсь понять вообще, что здесь происходит, да как вообще вот это можно вырубить за один день. Я
продолжать не надо! Ваши действия противозаконны! Мы здесь власть! Граждане, ваши действия противозаконны. Она скрывает всю центральную Россию. Ну это не душа дьяволу. Русский парень, зачем ты здесь стоишь? Есть же ОМОНовцы. Им скажем, что ты Да, Украина теперь, наверное, да. И написать заявление. Полиция, все незаконно! Это незаконная стройка! Кто не видел, идет обратно в лагерь. Это стройка незаконна! 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 Пресс. У меня есть паспорт. Здесь, все. Подождите, пройдите. Граждане, ваши действия незаконны.
Спасибо.